Это программа Russian Slow Motion. Мы показываем замедленное видео, снятое с помощью сверхскоростных камер. И сегодня вы увидите, как обыкновенную живую человеческую руку можно опустить в жидкий азот, температура которого минус 196 градусов Цельсия. Мы снимем это на скорости 2000 кадров в секунду. Это в 80 раз быстрее, чем работают обыкновенные камеры. Так что, если все готовы, начинаем. Льем. И я пускаю. Стоп. Экспериментов с жидким азотом огромное количество. Мы пригласили компанию «Артнаука», чтобы они показали нам небольшое выступление. Значит, сперва шоу, а потом кое-что необычное. А потом тот самый эксперимент. Тогда можете начинать. Итак, специальный номер нашей программы. Что будет, если смешать жидкий азот, температура примерно минус 196 градусов по Цельсию, и кипяток? Будет огромное облако. Облако. Да. И это будет опасно. Это будет красиво. Так, я лью примерно поровну, да? Да. Сюда и сюда. Да. Наливаю кипяток. Так, сюда. И что делаем? На счет три выливаем весь кипяток резко прямо в бочку. А, я тогда на вытянутой руке, да? Отойти нужно подальше, не заглядывать в бочку. И на счет три. Готов? Там уже какой-то хруст. Там уже начинает все замерзать. Раз, два, три. Это был проект Russian Slow Motion. Подписывайтесь на канал, оставляйте в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на замедленной скорости. Ну а если есть серьезные предложения, то в описании к этому видео вы найдете всю необходимую информацию. Всем счастливо! Русское скоростное видео. Мы вам еще и не такое покажем.